Welcome to the Santa Monica Pier. Such a good time to be in California. Друзья, всем привет! С вами Анна Кора, и я сегодня нахожусь в удивительнейшем месте. Называется оно Santa Monica Pier. Несмотря на то, что Санта-Моника Пирс уступает только, наверное, Аллее Славы по количеству туристов, это место мне очень нравится. Я была в восторге, когда впервые приехала сюда, поэтому, в свою очередь, я постараюсь рассказать вам все самое интересное, показать вам все самое интересное. Я очень постараюсь передать через видео вот эту красоту, вот чтобы вы почувствовали это настроение. Очень надеюсь, что у меня получится. Друзья, оставайтесь со мной, вас ждет много интересного. Ну что, погнали смотреть! Даже если вы ни разу не были на пирсе Санта-Моника, вам может быть знакома эта вывеска. Ее можно встретить в таких фильмах и сериалах, как «Саус Парк», «Отчаянные домохозяйки», «Секретные материалы», Californication, Друзья, Forrest Gump, а также в клипах таких известных исполнителей, как MC Hammer, Fall Out Boy, 30 Seconds to Mars, Maroon 5 и многих других. История этого прекрасного места берет начало в 1875 году, когда было принято решение построить пирс на берегу Тихого океана. Однако официальное открытие произошло намного позже, 9 сентября 1909 года. Еще позднее, в 1916 году, на пирсе появился целый парк развлечений, а в 1922 году была построена карусель, состоящая из 44 лошадей ручной работы. Представьте себе, даже спустя 100 лет эта карусель работает. Еще одна достопримечательность – это завершение легендарной трассы 66, первой трансконтинентальной артерии страны и первого в мире полноценного хайвея. В народе ее называют «Главная улица Америки», «Мать дорог» и «Дорога американской мечты». Начинаясь от озера Мичиган, дорога пролегала через 8 штатов, и заканчивалась она именно здесь – на Тихоокеанском побережье. В 1985 году трасса 66 была исключена из списка действующих автомобильных дорог страны, но в 1990 году трассе был присвоен ранг исторической достопримечательности. О ней говорили, писали, слагали стихи, как о живом существе. Трасса 66 пролегла через сердце Америки и через ее историю, став синонимом надежды для огромного количества людей, отправлявшихся на Запад в поисках лучшей жизни. Ее нет в автомобильных атласах, но о ней знает весь мир. Добро пожаловать в парк развлечений Pacific Park.
приключениям все возрасты покорны. Среди множества ресторанчиков есть один, лично для меня, удивительный, под названием «Бобба Гамп». Обещание, которое Форрест Гамп из одноименного фильма дал своему товарищу по службе, исполнил и в реальной жизни. Конечно же, это моя метафора, но когда проходишь мимо этого ресторана на этом самом пирсе, трудно не вспомнить этот невероятно добрый и мудрый фильм. Я считаю пирс волшебным местом, несмотря на то, что здесь очень много людей. Здесь можно отдохнуть, просто сидя на лавочке. Можно найти развлечения по нраву. Можно заниматься спортом. Попросту лежать на пляже. Друзья, я хочу хотя бы ненадолго и виртуально, но дать вам возможность расслабиться и насладиться Тихим океаном. Он прекрасен. Thank you.
Когда оказываешься наедине со своими мыслями и океаном, невольно задумываешься о жизни. Она сравнима с этим аттракционом. То стремительно катится вниз, то вверх, закручивается и петляет порой так, что и разобраться сложно. И все, что может сделать человек в этом стремительном движении, это оставить свой неповторимый след. И хорошо было бы, чтобы наши следы вели к светлому и достаточно ясному будущему. Все зависит от нас, друзья. Обязательно пишите в комментариях, что вас больше всего удивило. Скоро увидимся. Пока!